Мы продолжаем программу. Заступился за даму сердца, за это теперь предстанет перед судом. 35-летний северодвинец подозревается в покушении на убийство. По версии следствия, летом этого года он едва не зарезал разделочной вилкой 51-летнего мужчину. Потерпевший остался жив. Обвиняемый пояснил свои действия ненавистью к потерпевшему, который ранее обидел его сожительницу. О других происшествиях в рубрике «Протокол». В Северодвинске задержали любителя чужих велосипедов, подозреваемый 30-летний северодвинец. Напомним, на кражу мужчина пошел в ночь с 9 на 10 октября. Велосипед угнал с Ленина 43А. Ущерб владельца оценили в 10 тысяч рублей. Похищенный велосипед изъят полицейскими и вскоре будет передан владелице на ответственное хранение. Подозреваемый ранее судимый за аналогичное преступление, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Мужчина во всем признался. За неуплату алиментов северодвинец отправится в колонию поселения. 40-летний мужчина задолжал несовершеннолетнему ребенку более 400 тысяч рублей. Сейчас должник безработный, не состоит на учете по инвалидности и в центре занятости. По словам прокуратуры, ведет асоциальный образ жизни. Все же платить алименты мужчина был обязан с 2005 года. Однако Спасский игнорировал решение суда. Денежные средства на содержание несовершеннолетнего ребенка не выплачивал. Спасский был привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях, то есть за неуплату денежных средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. В последующем должник продолжил уклоняться от уплаты алиментов. Мужчину приговорили к 3 месяцам лишения свободы. Это время должник проведет в колонии поселения.